Несмотря на отсутствие снега, настроение у собравшихся субботним вечером на главной площади города Бреста было самое, что ни на есть отличное – новогоднее. Тому есть обоснование – сказочное действо. Происходящее на сцене и возле нее – самые лучшие артисты, самые лучшие коллективы. Феерическое шоу удивляло и завораживало. Создавало праздничное настроение и иллюминация, которая в этом году просто великолепна. Брест всегда красив, но в предновогодние дни он особенно хорош. Берестейцы от мала до велика с любопытством наблюдали за действом и громкими аплодисментами встречали каждого артиста, появляющегося на сцене. А встречать было кого? Порядка 200 сказочных персонажей – Деда Мороза, Снегурочки. Вот и друзья мои приехали. После такого насыщенного дефиле приветственное слово в адрес горожан от председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, который вышел на сцену в сопровождении мастера спорта Республики Беларусь по спортивной акробатике Варвары Гришко, была принята на ура. Это маленькая, но уже уютная площадь. Это однотысячная того яркого, красивого города, который мы построим вместе с вами. Вместе с вами рука об руку и праздно, и трудясь. Сегодня со мной замечательная девушка. Она мастер спорта. Она наша спортивная гордость. Варвара, не бойся. Благодаря таким брещанам, благодаря таким брещанкам наш город движется вперед. А городские власти всегда будут вместе с вами. Мы одно целое. Градоначальник под задорное сопровождение всех брещан зажег огни на главной елке Бреста. Яркие выступления коллективов, парад Деда Мороза и Снегурочек, фейерверки и веселые хороводы, атмосфера, царившая на празднике, была поистине новогодней, как и настроение самих брещан, которых одаривали шутками, остротами, а также подарками. Настроение хорошее, впечатление классное, очень красивая елка, праздник супер. Ну, автомобиль в придачу. Конечно, я очень рада. А как так получилось? Как получилось? Я уже играю в ваше лото. Не первый раз, и это не первый выигрыш, но это крупный первый такой. Поэтому очень рада. Да посоветую настойчивости. Надо покупать билетики, и удача обязательно придет. А брещанам хочу пожелать в новом году такой же удачи, как и мне. Крепкого здоровья. Я очень жду этого Нового года. Ну, во-первых, Новый год – это всегда волнительно. Какая-то праздничная и волшебная атмосфера царит всегда. И хочется радоваться, веселиться, танцевать, петь. Это всегда очень ожидаемо. Варюша, вы достигли многого уже в этом году, в 2016. Какие цели ставите с собой на будущее? Хочется покорить чемпионат Европы, чемпионат мира. Это главные цели в жизни. И стать мастером международного спорта. Я его уже люблю, целых 40 лет я здесь живу, и мне он всегда нравился. И сегодня исключительно под Новый год он преображается, как будто совсем молодой, ему и 100 лет нет. Как вам иллюминация, как елка? Ну, это не пером описать и не в сказке сказать. Отлично. Праздник продолжился традиционным хороводом вокруг елки под музыку городского оркестра. Специалисты Брестгорсвета создали на еле и вокруг нее эксклюзивную новогоднюю иллюминацию. Тысячи разноцветных лампочек придали вечеру неповторимый колорит. Большинство брещан отмечает вот этот прорыв в оформлении города. Но, повторюсь, не менее важна и дальнейшая работа с подсветкой наших улиц, с освещением улиц, переход на энергосберегающие технологии. Именно такие задачи нам ставит губернатор, чтобы, используя только современные технологии, дальше продвигать. И совсем скоро по-новому подсветится центральная улица, улица Ленина. Город заканчивает этот год с хорошим праздничным настроением. Ну и то, что есть средства. И мы это сделали своими руками. Это тоже очень здорово. Все, что есть, сделано руками брещан. Мы не покупали готовые конструкции, мы не покупали готовые какие-то формы. По сути дела, мы все это сделали своими руками. По традиции, возле главной городской красавицы елки пройдут гуляния в новогоднюю ночь. Поэтому все сюрпризы еще впереди. Залог вообще моего настроения – то, что у нас такие замечательные брещане. Такие замечательные люди, которые позитивные, по сути, трудяги, которые гордятся своим городом. Лариса Осмолович, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».